Друзья, вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся во Встречной, это рядом с поселком Стрелка. Для вас обзор небольшого, но уютного дома, потому что проект называется «Уют». 50 квадратов. Идемте знакомиться с домом. Территория, как и везде, огорожена. Это металлопрофиль. Есть калитка, есть ворота. Полностью территория для въезда вашего автомобиля отсыпана. Друзья, как мы уже говорим, это в каждом ролике, есть водопровод, вода уже есть. Есть индивидуальный септик, электричество 15 киловатт. Во Встречном газ есть в каждом доме, друзья, он уже дошел до границ участка. И этот дом не исключение. 50 квадратов, 4 квадрата, крыльцо, крыльцо. Крытая, посмотрите, вот очень интересная вот, модификация крыльца. Ограничитель. Над дверью есть уже лампочка. Пожалуйста, устанавливайте ваш красивый светильник. Но самое интересное в доме, он уже в полной отделке. Друзья, вам обязательно это понравится. Заходите. Дом небольшой, но очень светлый и кажется очень просторный. 5 квадратов коридор. Со стороны... Вот здесь же в коридоре, смотрите, уже есть управление светом. Щиток. Отсюда можно попасть в две спальни, кухня-гостиная и санузел. Давайте сразу же посмотрим санузел. Он небольшой, но уже, как мы сказали, полная отделка. Красивая плитка здесь под гранит. В санузле какие-то легкие коричневые оттенки. Санузел 4,3 квадрата. Все выводы в наличии, как вы видите. Очень интересная кладка плитки. Уютно здесь очень. 4 точечных светильника. Вентиляция, да, вентиляция имеется. Друзья, на окне традиционно на стекле матовая вставка. Окно открывается. Очень светлый и красивый санузел. Можно установить душевую кабину. Посмотрите, есть розетки около раковины, если там женщине нужно будет подключить фен или какие-то другие электроприборы. Все, что необходимо, есть. Очень классный санузел. Друзья, из коридора мы попадаем сразу в две спальни. Они по 12 с лишним квадратов. Уже уложен ламинат, оклеены обоями. Давайте пройдем в первую. Здесь обои с золотистыми оттенками. Очень приятные текстуры. Друзья, во всех комнатах потолок натяжной. Посмотрите, уже выведено отверстие, висит лампочка, можно включить свет. Обязательно есть диффузоры, вентиляционное отверстие. И, конечно, под потолком розетка под кондиционер. Это важно, летом у нас жарко. Розетки также есть под ТВ, под необходимые электроприборы. Здесь не предусмотрена система теплый пол, она только на входе и на кухне. Здесь достаточно объемного радиатора, посмотрите. Вот, он расположен под окном, по-моему, даже теплый, слушайте, очень здорово. Окно, двухкамерный стеклопакет, уже есть москитная сетка, потому что комары и мошки уже полетели, она уже установлена, посмотрите. В доме чистота, можно заходить и жить. Окно выходит на фасад, на вашу калитку, можно видеть, кто сегодня заглянул к вам в гости. Комната также 12 с лишним квадратов. Здесь обои уже серых оттенков. Это комната с видом на ваш огород, на ваш садовый участок. Здесь все точно так же, как и в первой, все есть. И вот посмотрите, замечательная выемка под гардероб, под шкаф. Можно даже просто вот сделать одну стену, и у вас уже готовая мебель. По-моему, эта комната даже намного светлее. Все розетки, все необходимое. Розетка под кондиционер уже в этом углу. Друзья, в каждой комнате уже есть двери, очень красивые. По-моему, сочетается с плиткой под мрамор. Уже установлена фурнитура. Она очень легко открывается, никаких усилий прикладывать не нужно. В данный момент мы находимся в кухне-гостиной. Посмотрите, если во всех проектах есть часть гостиной, уложенная ламинатом, часть плитки, здесь все в плитке. По-моему, это очень удачное решение. Все сочетается с обоями. Достаточно просторная кухня-гостиная. Это зона гостиной,
ТВ, диван, все можно установить. На обратной стороне это стена, где есть все выводы для кухни. Друзья, посмотрите, все розетки, все для раковины, вытяжка. И обратите внимание, уже работает котел в данный момент на электричестве. Уже есть горячая вода, система теплый пол подключена, все работает, двигатель подсоединен. Вот, ну, уже можно просто заходить и готовить на этой замечательной кухне. Ну что, попадаем на небольшое крыльцо. Мы выходим из кухни-гостиной, видим свой придворовой участок, на котором уже можно высадить плодовые деревья. Друзья, часто нас спрашивают, не сыро ли здесь, насколько плодородная почва. Нет, в данном месте, во встречном, не сыреют придворовые участки, это место не топит. Здесь все очень здорово и прекрасно. Земля достаточно плодородная, соседи уже посадили шикарные грядки, что-то уже растет, возможно, в этом году они уже получат свой первый урожай. На крыльце рядом, на отмостке, можно расположить любое ваше плетеное кресло, наблюдать за тем, что происходит. Пожалуйста, можете сделать крытый навес, все что угодно, все что пожелаете на своем участке. Дом отделан штукатуркой Баумит. Смотрите, здесь серые оттенки, но очень красиво. Как мы сказали, зимой не холодно, летом не жарко. Это универсальное покрытие штукатурка Баумит. По периметру всего дома, как мы уже говорим, есть отмостка, это обязательно. Водостоки, сливы, все это присутствует. Друзья, на этой стене нет окон, они не выходят на соседний участок. По-моему, очень удобно. Все окна выходят либо на фасадную часть, либо на ваш участок с плодовыми деревьями. Крыша – это металлочерепица. Пицца красивых серых оттенков, есть вытяжка, все это на крыше можно увидеть. Это был обзор дома 50-го проекта. Уют. Небольшой уютный дом на юге по цене квартиры. Друзья, цена в данный момент указана на экране, но она меняется. Успейте нам позвонить. Шикарный дом недалеко от моря со своим участком – это не мечта, это реальность. Стройгарант Анапа. Позвоните, мы ответим на все интересующие вас вопросы. Пока-пока.